Что это мы такое делаем, дорогие друзья? Здравствуйте! Пришел на кухню, а тут вижу объемы. Объемы. Тазики, шмазики. Представляешь, Илюш? Да. Я вот даже в этом корыте не буду, потому что не могу поперемешать. Видишь, пришлось перекладывать. Ты что делаешь такое, расскажи. Я что делаю? Я делаю салат. Я его называю витаминка. Потому что здесь настолько вот букет всего здесь. Что у нас? Что в салат твой витаминка входит? Витаминку входит капустка белокочанная, вот ее видно, она на дне. Пошинковали. Свежие огурчики. Здесь входят помидорчики. Здесь входит сладкий перчик. Вот горький я еще не резала. Горький не резала. Да, перец горошком, масло растительное, уксус, сахарный песок, значит, соль. Вот. Ага. То есть надо все как это, что как надо. Значит, что мы делаем? Мы вот смотри внимательно и показываем. Да, по девочке записываем. Мы все берем. Наглядно показываю. Единственное, что здесь только 2 килограмма капусты. 2 килограмма капусты. Мы ее шинкуем, нашинкованной. Все даю в чистом виде. Нашинкованной. Все в чистом виде. Вот, посмотри, как огурчик красиво нарезал. Красота! Просто вот. Это что у тебя такая какая-то... Это у меня такая резалка есть. Значит, мы берем 2 килограмма капустки, взяли, пошинковали. Теперь мы что еще берем? Значит, 1,5 килограмма мы берем огурцов свежих. Легко все запомнить. 1,5 килограмма морковки. Крем на крупной терке. 1,5 килограмма болгарского перца. Значит, морковка 1,5, помидор 1,5, огурцы 1,5. Теперь, сейчас я сюда порежу 2 стручочка горького перца. Чтобы поострее, что ли, было? Ну да, чтобы он был поострее. Зернышки доставать не буду, потому что в зернышках острота. Ну, если у кого-то, кто... Дети будут кушать этот салат, да? Ну, перчик не добавляется. Так я не понял, это салат не баночный, что ли? Баночный. А, баночный. Баночный. А я думал, это думаю, на месяц. На месяц, да? Салат тазик будем есть. Да. Вот, значит, так, режем. Сейчас я дальше... Мама, что ты... Ну, понятно. А кипятком там что потом? Нет, ничего не кипятком, потом по баночкам. И сначала все порежем. Сейчас, подожди, не спеши, я покажу соль, сколько я насыплю. Да. Масло налью сюда, все поперемешаю. Записываем. Так, ингредиенты, я сказала, это овощи, да? Теперь основное, это масло, соль и сахарный песок. Хорошо. В каких пропорциях? Смотрю свою записную книжку. Значит, 30 штук перца горошка. Накидали 30 Накидали. Штук, да. 6 лавровых листиков. Кинули лаврушечку. Кинули лаврушечку. Теперь нужно... 4 столовые ложки соли. 4. Вот так беру. Раз. 2. 3. 3 и 4. Теперь мы добавляем сахарный песок. Сколько? Его у нас уйдет. Потому что, девочки, я все смотрю по записям. Я ничего не помню, потому что я делаю очень много всегда. Так, сахар 150 грамм. 150 грамм. Вот, кстати, берем мерный стаканчик. Удачный, да? Мерный стаканчик, да. Сахар. Вот, 150 грамм. На такой объем это нормально, это немного. Нет, это нормально. 150 грамм. Значит, теперь масло растительного 500 миллилитров. Но масло это по рецепту. Вы можете положить и меньше. Да. Это не принципиально. Масло вот можно положить меньше. Я на свое усмотрение. Да, на свое усмотрение, кто как. По рецепту 500, но я буду добавлять всего 200. Потому что я считаю, что 500 много. На это количество вот 200. Ну да, 500 много. 200 можно. 200, да, потому что ну, объем-то, видишь, как бы большой. Так, кстати, девчонки, всегда сначала начинаю работать с сахаром, потом масло, чтобы стаканчик не мыть, потому что делаешь так. И 150 миллилитров уксуса. Так, какой уксус? Уксус 9%. Хорошо. Пожалуйста, не задавайте вопросы. Сколько положить лимонной кислоты, сколько положить другого какого-то уксуса. В Яндексе, я всегда говорю, вот так поливаем, есть таблица.
Все, как то есть перевести. Есть, то есть надо что, пробить в Яндексе да. таблицу? Нет, я, знаешь, как я в Яндексе пробиваю, допустим, даже. Да? Как перевести 9% уксус в такой-то уксус. Угу. Ну, там, как правило, выскакивает таблица. И приступаем Паем мешать. Мешаем, конечно, руками. Потому что... Ой, знаю, что напишут, что же вы без перчаток. Я хочу вам сказать, дорогие мои, да я готов... У своей мамулечки хоть с рук есть. И всем желаю, чтобы ваши мамы были здоровы, счастливы и любите матерей. Ох, какая мама у нас молодец. Вот, да. Получается вот такая, вот уже сейчас яркая, даже. Яркая, вот посмотрите, витаминка, салат. Да. Вот, пробую на вкус, очень вкусно. Но, кстати... Я хочу сказать, что многие задают вопрос. Кому-то много соли. Чего ты машешь-то мне? Ну, я хочу поближе снять. Ты там. А, кому-то много соли, кому-то много сахара. Вот, дорогие друзья, все эти салаты можно пробовать на вкус. Единственное, если вы начнете сокращать кислоту, конечно, у вас взбабахает. А так ничего не взбабахает, и все будет. Вот посмотрите, какой он нарядный да, получается. Ну-ка, дайте-ка я теперь сниму поближе. Руки принять, да? Ну да, но ну, я хочу салатку. Даже можем тарелку и поесть. Очень вкусно. Что дальше мы делаем? Дальше. Мы его оставляем на 3 часа. Оставим он на даст 3 сок. Часа, даст он сок. Раскладываем по стерилизованным банкам, по чистым банкам. Разложили по банкам. Хотя задают вопрос, Юля, зачем вы... Ну, можно просто вымыть, потому что салат этот потом обязательно стерилизовать. И литровую баночку мы будем стерилизовать где-то примерно 20 минут. Вот. То есть стерилизуется, мы ставим в холодную воду и с момента закипания воды 20 минут воды стерилизуют. Ну, понятно, вот. Все мы запомнили. Ну, все, теперь я это все оставляю в хозяйство, это все на 3 часа. Оно, конечно, усядет, будет этого всего меньше. Но я вас уверяю, вы вот такой салат будете делать с удовольствием. Да? Да, потому что сюда идут вся некондиция огурцов, помидор, в общем. Все, что у вас некондиции, в огороде, вы все сюда затолкали и сделали. Вкусняшка. Понятно. Все, вот, Илюш, сегодня я делаю такой салат. Ну, молодец, все записали, все законспектировали, тоже будем делать. Даже можно так его просто и на тарелочку положить. Вот сейчас его можно поесть, он очень вкусный. Вот так, витаминка, все записали, спасибо, что поделилась салатиком. Ничего себе, какая красота у нас получилась в итоге. Да. И можно закручивать в маленькие и в большие банки. Большие, баночки. В любые банки, как вы едите. Но салат красивущий, он зимой, он не переваренный, да. Его ешь, он хрустит, хрумкает. А расскажи, пожалуйста, а можно в суп его добавить? Да, его можно добавлять, вот чем мне он нравится, несмотря на то, что да, тут свежие огурчики, но можно, допустим, сварить вот такой овощной супчик. Ничего очень себе. Вкусно. Это может быть рагу овощное, да, вот, то есть, вот, допустим, делаете картошечку, тушите, и вот это вот все вот добавить. Получается очень-очень вкусно. Несмотря на то, что тут огурчики, но салат вкуснючий. Расскажи, пожалуйста, а лучше в какие банки, в большие или в маленькие его делать? Как ты вот посоветуй? Вот, допустим, молодой какой-нибудь семье. Какие делать? Большие или маленькие? Нет. Практичнее какие делать? Все зависит от того, какая у вас семья и какие у вас аппетиты. Да? Если, допустим, мы сели своей семьей за ужин, нет смысла банку там куда-то там убирать, потом в холодильник подъедать, это я не люблю. Конечно, это вот удобно, вот такие вот банки. Вот. Если вы, допустим, ну, думаете, какой-то там рагу там с мясом потушить. Если несколько блюд готовите, то да, лучше. То, конечно, вот лучше такую банку. Но, опять я вам хочу сказать следующее. Если вы не съели по какой-то причине, да, ну, все равно любая консервация, она же, Илюш, ты видишь, она в холодильнике долго не стоит. Вы не спешите ничего выбрасывать, дорогие друзья. Вот а я сегодня сделать? Даже перец, Илюш, фаршировала, у меня остался рис. А я его заморозила. В следующий раз я его буду использовать куда угодно, в любой блюдо. Заморозить. Нормально? Нормально. Потом вы разморозите и также добавите в любое блюдо. Вот и куда. Не спешите никогда ничего выбрасывать. Хорошая хозяйка никогда ничего не выбрасывает. Так, а как хранится она? Нормально? Вот этот салат хранится при комнатной температуре дома. Раньше, когда мы жили, вспомни, в Комсомольске на Амуре,
У нас была... Кладовка? Нет, не в Комсомольске, в Кировограде. У нас была кладовка. Да и в Комсомольске. Да, да, у нас была кладовка, и в обычной кладовке. При ком... А под кроватью-то банки стояли под тоже, под кроватью. Стоят. То есть он хранится прекрасно везде. Но, опять, если вы сделаете все правильно, это чистота банок, чистота там крышек, это правильная там стерилизация продукта. То есть я так понял, в консервации самое главное, одно из главных, это чистота банки. Чистота, да, вообще чистота банок, крышек, вообще чистота приготовления, чистота овощей, чистота вот приготовленного блюда. И правильно, и так хоп, сделал. Но я бы, наверное, бы делал бы лучше, да, вот такие самые оптимальные. Наделал баночки, маленькие, да, небольшие, хлобысь, даже кому-нибудь в гости пошел, дал, угостил. Сейчас, кстати, ну, на что, удивление. В гости я пошла, такую сейчас на удивление, есть. Даже кто, да, у нас есть, кто стоят бабульки у торговых центров, у магазинов. У них, знаешь, как молодежь любит брать? Берут. 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 Раньше, 3-4 года назад, не так. А сейчас прям... А ты знаешь, я чуть-чуть тебе хочу сказать. Вот, допустим, тоже у меня есть там знакомый, кто не делает заготовки, вообще не делает заготовки. И они очень удивляются. Да как вы их не едите? Как вот они... Вот так всегда, а знаешь, мы... сапожник без сапог. Да, потому что они у нас есть. Мы знаем, что они есть. И как бы... Вот. Ой, не говори. Так что попробуйте этот салат сделать. Да. Он вам, конечно, придется понравится. По вкусу, правильно? Да, придется. Хорошо, по вкусу. Спасибо, что научила нас такому замечательному салатику. Не забывайте поставить палец вверх, подписаться на канал и нажать на колокольчик, правильно? Красную кнопку. И красную кнопку. Нажимайте на все кнопки. На все кнопки. Комментарии. Будем рады с вами держать связь. Ну что, мы говорим вам до свидания, до новых встреч. Пока-пока. Чмоки-чмоки в обе щеки.